Приплыли в Омск, приходит большая вода, дороги дворы топит, а чиновники рапортуют о вывезенном снеге. Кто испортил воздух? Росприроднадзор назвал виновника выбросов в Омске, но на предприятии с обвинениями не согласны. Мы провели свое расследование. Сорбент для сбора нефти, косметика и средства для фильтрации воздуха. Омские ученые нашли необычное применение дождевым червям. Смотрите «Омск» здесь в субботу в 20:00 и в 23:30.